Новый год отпраздновать никогда не поздно. Накануне в Барнауле иранские и тюркские народы отметили свой национальный праздник Навруз. Без мартовского снега, но с июньскими лужами прошло празднование нового дня. Именно так с персидского переводится Навруз. В этом году торжество не было столь массовым, чем в прошлом, но вопреки непогоде участники порадовали своих зрителей национальными песнями и танцами. Для зрителей, помимо выступления, были организованы розыгрыши призов. Дети могли поучаствовать в соревнованиях. К завершению долгого поста мусульмане угощали гостей национальным казахским блюдом каурдак – традиционной жаркой из мяса, картошки и лука.